Ну вот молоточек, вот колокольчик. То есть мы можем уже принудительно или стучать, или не стучать, звенеть или не звенеть, да? То есть вот добавили что? Не хватает нам аккомпанемента. Вы все музыканты, понимаете, что такое. Одна мелодия, это недостаточно. Ну и вот. Вот три кнопочки у нас, если мы на них потихонечку нажимаем, звучат басы. Я обычно играю мелодию. Учителям нравится. То есть сельскохозяйственная была выставка международная. Вот. И совершенно, когда первая выставка была в Краеведческом музее, я там увидел фото. У меня такое не было. Вот на спаге это играю я. Да ладно, ну-ка повыше к свету. Ну это надо вынуть, она же отсвечивает. Показать мальчикам. Вот. Учили нас в то время улыбаться, и как выйти, и как поклониться. Все это сейчас большая... Безнадежный скал. Но Комаров Владимир Андреевич, он оказался предприимчивее меня. Я еще в то время был молоденький такой. Вот. Вот Юдина я приобщаю сейчас. Вот. Он отслужил. Самое... Вот как со временем? Ну, так. Понял. Ладно. Заработал такую систему побыстрее, чтобы... Ноты учить мало кто. До, ре. До, ре. То есть и пошли потихоньку. Ми, фа, ми, ми, фа. Соль, ля. И дальше пошли гаммы, да, уже? До, ми, фа, соль, 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 фа, ми, ре. Вот опять же сразу идет движение на вжим-разжим. Когда не хватает воздуха, вот у нас тут такая вот хитрая кнопка. Мы подспускаем, где надо без. Я вообще, мы сейчас думаем, может быть, его заменить совсем, потому что очень редко гармонист играет один, в основном аккомпанирует кто-то. Вот. И поэтому субдоминанта нужна. Тоника, доминанта. Кстати, если расстроены, слышно, да? Получается. Вот. Ну, тут, а дальше этот первый октав легко. А дальше уже меняется. Все, туда это уже. Вот. Thank you.
исполнять. Были несколько произведений, которые можно одному исполнять.